Всем привет, друзья! Сегодня я расскажу о том, как поднять частоту на вашем мониторе, если у вас видеокарта NVIDIA. Итак, поехали! Итак, мы заходим в панель управления NVIDIA, настройки NVIDIA. Вот, как видите, стрелочка в правом низу. Заходим в настройки. Далее у меня уже там, значит, пользовательские разрешения изменены. Вот видите, пользовательские сверху. Но вам необходимо будет сделать следующее. Вот у меня уже есть 1360x768. Ну, давайте сделаем 1366x768, чтобы была частота обновления 75 Гц. Нажимаем «Настройка». Вот у меня уже созданные. И нажимаю «Создать пользовательское разрешение». Тут я ввожу 1366, здесь 768. Ну, а здесь я поднимаю частоту. Причем, смотрите, поднимать можно, видите, вообще бесконечно. Но, вот скажем, я до 75 поднял, нажимаю тест. Ну, сейчас я не буду нажимать, потому что GeForce Experience, значит, сойдет с ума. Но сейчас я покажу с камеры, как все это будет выглядеть. Ну что ж, нажимаем тест. Если все хорошо, то, видите, у вас будет вот такое окошко. Значит, тест пройден успешно и так далее. Причем проверьте, чтобы не было... Так, почему? Так, окей. Теперь выходим. Ну и смотрите, теперь давайте его включим. Как видите, здесь 75 Гц. Мы выходим, и у нас текущие изменения не сохранены. Применить. Сейчас вам, чтобы было видно. Да, нажимаем «Да». И вот у нас при тесте, причем сохраняем все. При тесте у вас главное, чтобы, когда вы будете поднимать частоту, чтобы не было никаких артефактов на экране, чтобы не было никаких там проблем и так далее и тому подобное. Теперь следующий шаг. Необходимо зайти в параметры экрана и проверить. Смотрите, нажимаем пуск, параметры экрана. Заходим в параметры экрана, нажимаем, ну вот, выбираем их. И здесь далее, значит, видите, у нас все изменилось здесь, ниже. Выбираем дополнительные параметры дисплея. И ниже свойства видеокарты для дисплея. Вот здесь, вот ниже, вот здесь вот. И здесь необходимо, чтобы у монитора было 75 Гц. Если нет, если у вас стоит 60, исправьте на 75 и все. Ну вот, собственно, и все, друзья. Значит, кому это надо, в играх, возможно. То есть, если у вас, знаете, что чем чаще для геймеров, такое бывает важно, чтобы было больше частота экрана. Ну, соответственно, им, возможно, вот так можно и поиздеваться над своим экраном. Причем, как видели, именно надо понижать, значит, разрешение, к сожалению, именно так. Ну, а в играх, да, то есть, если профессиональные геймеры, им надо, чтобы вот они прямо чувствовали, да, чтобы их экран прям быстро-быстро все отображал, и им не хватает 60 Гц, то они могут вот так сделать. Ну, а я с вами прощаюсь, надеюсь, вам видео было полезно, всего доброго, до свидания. Естественно, я чуть не забыл вернуть параметры, как вернуть разрешение обратно. Точно так же заходим в NVIDIA, настройка NVIDIA, выбираем наше разрешение и нажимаем справа внизу «Применить». Ну или можно просто выйти из программы и соглашаемся. Вот, собственно, и все.